Спасательные жилеты на берегах Истревер в Нью-Йорке. Нет, это не кораблекрушение, а лишь напоминание о нем. Их собрали в Греции, а остались они от беженцев, которые, рискуя жизнью, добрались до Европы. Теперь эта выставка – напоминание о миграционном кризисе, который за последние годы приобрел масштабы катастрофы. Мы надеемся, что политики найдут более здравый подход к миграционному кризису. Это в том числе значит, что богатые страны должны принимать беженцев, а для людей нужно найти безопасный способ поиска убежища. Обсуждать и, надеюсь, решать проблемы беженцев будут во время специального саммита ООН. Он пройдет как раз в Нью-Йорке на следующей неделе. Кроме того, уже более 1 000 000 человек подписали петицию с призывом к мировым государствам помогать тем, кто спасается от войны и нищеты. Ее подписал и сам генсек ООН Пан Ги Мун. Кстати, тему спасательных жилетов как символа миграционного кризиса поднимает уже не в первый раз. Еще в феврале знаменитый китайский художник Ай Вэйвэй построил из них целую инсталляцию в Берлине. Оранжевые жилеты опоясали колонны центрального зала, а завершила композицию надувная лодка с надписью «Безопасное плавание».